Всем привет, с вами Портик, и это мой новый ролик на этом канале. И сегодня, ребят, супер-мега-крутой, очень мега-бомбезный, просто потрясающий, ребят, ролик. И я думаю, вы по обложке видео уже поняли, о чем будет идти речь. Сегодня этот ролик называется «Топ-5 дизайнеров по Бравл Старсу». Я думаю, вы знаете, что такое оформление канала. И кому-то сложно будет найти дизайнера, и сегодня я собрал 5 лучших дизайнеров по оформлению, и у кого вы сможете заказать. И все ссылочки на дизайнеров будут в описании. Ну что, начинаем? И да, вы можете не соглашаться с моим мнением, это только мое мнение, и не зависит, на каком месте стоит та или иная группа. Например, одна стоит на первом, а другая на пятом. Не зависит, независимо на каком месте, я просто сделал в разном порядке. Ну что, начинаем. На 5-м месте у нас находится группа Jab Desigan. Они делают оформление и превью известным ютуберам. Они делают довольно хорошо. Оформление у них стоит 100 рублей. Превью у них стоит 45 рублей. Это довольно известная группа и очень хорошая. И я вам советую у них заказывать. Ну что, переходим к 4-му месту. Погнали! Ну, я думаю, вы заметили, что на экранах появляются примеры работ. Это фото, это да, это примеры работы данной группы, чтобы вы понимали, какие работы они делают. Ну что, переходим к 4-му месту. На 4-м месте у нас находится группа Twig Desigan. Twig Desigan — это моя группа. Не написать в комментариях: «А, это твоя группа, что ты поставил?» Да, я уверен, что 15 рублей оправдывает цена моих работ. Оформление стоит 15 рублей, превью стоит 5 рублей. Я запинаюсь, потому что я хотела вам сказать заранее, что это будет цены только до конца июня. Когда июнь закончится, превью будет стоить 15 рублей, а оформление будет стоить 30 рублей. Поэтому скорее покупайте. Ну что, переходим к 3-му месту. На 3-м месте у нас находится группа Stach Desigan. Они делают довольно крутые оформления, так же, как и превью, известным ютуберам. Но не только известным ютуберам, и другим. Например, как Деденеллу, Бенс Эрику и многим другим ютуберам. Советую вам у них заказывать. Оформление у них стоит 300 рублей, превью 75. Но также у них есть другие товары, как оверлей, и также другие. Но я говорю в этом ролике только основные товары, это как оформление и превью, самое важное. Ну что, переходим ко 2-му месту, погнали! На 2-м месте у нас находится группа ЧСВ Десиган. Я думаю, вы ее знаете, потому что в ее группе почти 4000 подписчиков. И она делает оформление как Ауруму, Холдику и превью они им тоже делают, но и разным другим известным ютуберам. Но также и неизвестным, вы можете у них заказывать. Почему же я так поздно начал про нее говорить? Потому что у нее очень высокие цены. Оформление у нее стоит 560 рублей, а превью у нее стоит 125 рублей. Это дорогая цена, но зато у них оправдывает эту цену, потому что они делают очень красивые оформления, и я вам советую заказывать. Но у кого есть такие деньги, я не знаю. Ну что, переходим к 1-му месту. Погнали! На 1-м месте у нас находится группа Judes Studio. Она делает больше рисованное оформление, обработку фото, рисованные превью и обычные превью. А рисованное и обычное оформление у них стоит 700 рублей. 699. Превью у них стоит 80 рублей, точнее 79 рублей. Советую у них заказывать. Этот ролик подходит к концу. Я очень долго его монтировал, потому что я при монтаже сейчас записываю некоторые моменты отдельно, потому что я очень плохо иногда говорил, запинался. Ну, я хочу вам сказать всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, он вам понравился. Всем пока-пока!